Капитальный ремонт дома номер 12 в поселке Усово-Тупик не проводился с момента постройки. Здание 1963 года давно требовало обновления. Начали с замены кровли. На сегодняшний день выполнено на 90% ремонт кровли, на 100% замена стропильной системы и на 100% выполнен ремонт чердачного помещения. После окончания работ по ремонту кровли будет заменена водосточная система. О ходе работ доложили главе муниципалитета Андрею Иванову. Ремонт проводится без задержек и будет выполнен в срок до конца текущего месяца. После этого приступят к замене других частей жилого дома. А что с подъездами, с инженерией? Подъезды у нас запланирован косметический ремонт на следующий год. Ну, не ремонтировали, потому что все строительные материалы внутри, плюс еще протечки были этим летом, потому что кровля старая. Поэтому сейчас ее отремонтируют, зима пройдет, и весной запланировано начало работ по ремонту подъезда. Сделаем немножко ремонт отмостки и козырьки приведут в порядок. В настоящее время краткосрочный план по капремонту многоквартирных домов на 2020-2022 годы реализован на 34%. Весь ход проведения работы в многоквартирных домах контролирует ГБУ Управление технического надзора капитального ремонта. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».